рыженький петушок. Это тоже петушок. А это вот уже курочка. А по ним видно. Вот растут такие вот, как они называются, ну гребень само собой. Ну бывает и у кур тоже гребень. Растет борода такая. Если такая борода есть, точно петух. Ну, по цвету тут не определишь. Цвета могут быть какие хочешь. Еще можно посмотреть по этому, по клюву. Хотя клювы, наверное, одинаковые. У петухов более красные, у курочек более желтые. Хотя это тоже не показатель. Вот тоже петушок. Тут петушков где-то. 40%. Всегда хочется, чтобы было курочек больше, они же не сушки, хотелось бы, чтобы яйцо было потом. Ну а петушков оставляешь хозяина, остальных, ну там вес небольшой у них, получается, ну максимум 1,5 килограмма, это с костями, без костей меньше. Такие вот дела. Интересно они такие, когда растут. Вот. Ну и что ты мне хочешь сказать? Вот такая порода мясная. Он обычно здоровенная. Так получается, эти петухи. До 2 килограмм бывает. Если взрослые. Ну их надо рубать обычно до года рубать. После года они уже мясо деревенеет, не тот вкус. Вот полгода там месяцев, ну максимум 8, еще мясо нормальное будет. А уже старше все, будете варить его долго. Это то, что я заметил.